Работающий от солнечных батарей самолет Solar Impulse 2 успешно сел в американском штате Калифорния, преодолев около 4000 километров за 61 час. Таким образом, он совершил свой перелет через Тихий океан. Это был самый сложный участок кругосветного путешествия, которое началось в марте прошлого года в Абу-Даби и едва ли не завершилось на Гавайских островах, где Solar Impulse ремонтировали на протяжении 8 месяцев. Ожидается, в начале июня он доберется до Нью-Йорка, откуда начнет перелет через Атлантику. Самолет предназначен для демонстрации возможностей альтернативной энергетики. На нем установлены 17 тысяч солнечных батарей, а накопленная энергия позволяет ему совершать полеты даже ночью.